прикольная суета. Красоточка. Все, беги, беги. Олівці, ми сьогодні молодці. Друзі нас, ми йдемо в перший клас. І що б не було, завжди вставати і йти далі. Наше завдання навчити вас думати і аналізувати так, як не нав'язують інші. Висловлювати свою думку без страху осуду. Приймати рішення так, ніби весь світ тільки у ваших руках. Але, напевно, найскладніше наше завдання – це зберегти назавжди чистоту та щирість ваших дитячих сердець. І не треба більше світ, он несе світла світи, збережи нас завжди, місті в цій світ, і любов одвічна мить, он несе світла світи, назавжди Да, наша реальность. Обед под тревогу. Супер, блин. Паста с креветками попросила бы меньше соуса, но уже вижу, что как будто его не сильно мало. Бля, лучше дома поела. Линку мы повели в нулевой класс. Я хочу, чтобы она полноценно прошла вот именно подготовку перед первым классом, потому что в Ужгороде будем еще месяца три, и потом переезжаем в Днепр. Я не хочу вот это вот прерывать обучение первого класса, потому что в Днепре школу найти уже сложно, потому что все забито. Ну, короче, я хочу полноценно, чтобы ребенок пришел в первый класс и отучился там весь год, а не переезжал. В детстве всегда это стресс. Сейчас малой 6 лет, ей будет 7 аж в конце учебного года, поэтому пойдет она 7 лет в первый класс. Я считаю, что для девочки это очень хорошо. Я тоже пошла в первый класс. Мне исполнилось в октябре уже 7 лет. Поэтому все хорошо. Я вообще такая годик бы посидела, чтобы в универ пойти, блин, не в 17 лет, а в 18. Вот такой у меня был лук сегодня. Забрала Сабрину с нуливочки. Школы. Со школы, конечно же. И я сейчас буду делать массаж, а Сабрина будет сидеть меня ждать с вкусным чаем и конфетками. А потом мы идем в центр гулять, и там нас встретит бабушка и Даниэльчик. Все так после массажа выглядят. Я вот не понимаю, почему люди вешают туалетную бумагу вот так неправильно. Так же ж неудобно брать. Я всегда за всеми перевешиваю вот так. Такси вырезали. Смотрите, как я это делаю. Боже, массаж просто божественный был. В салоне Пит де Пуль массажист Богдан. Крутейший массаж. Так видно окрашивание, именно когда ты в хвосте. Ну повернись. Опа! Красиво. Мастер сказала, что у нее очень круто, очень быстро красятся волосы в белый цвет, поэтому я бы была шикарной блондинкой со здоровыми волосами, не перепаленными, потому что у меня такой же цвет волос, как у Сабрины. И структура волос такая, и оттенок, так что я бы была шикарная блонда, но я и очень хорошенькая брюнеточка, эффектная. Люблю эту липовую аллею. Я тоже обожаю. Да? Кстати, вот эта вот река называется Уж, поэтому и Ужгород.
сосать. Просто копия, Максим. Особенно, когда лежит. Сыночка, ты хочешь поспать? Ну, Дось, не лезь. Ну, пусть поваляется. Жайка. Устал. На работе был целый день. Назывался день как за бабушку, за страницу. Такси по традиции снимает кроссы, носки и просто идет босой, босой домой. Нормальный вообще человек? Так, я сейчас кому-то дам. Так, только не облизывать, не облизывать. Пошли. Не три, а четыре. Что вы скажете о своем поведении, папе Пи? Не тра и не три, а четыре. Ай, жопа. Максим купил себе такой профессиональный массажер. Блин, я каждый вечер просто прорабатываю икры, ноги, стопы. Это такой кайф, я до меня кайфует. Я жарю котлетки с морковкой, лучком и брокколи добавила. Они тогда получаются очень сочные. Так, и все, котлеточки эти отправляются на 10 минут в духовку. Горячий еще, зайчик. Ой, все горячо, надо подождать. Сынок. Макароны скипают. Доброе утро. Еле поднялись. Я в нашем самом любимом костюме. И в вашем любимом, и в нашем. Новый меланжевый цвет. Безумно крутой. И такой комфортный. Красоточка. А ну сними маму. Как сишка. Повыше сними. И пусть весь мир подождет. Боже, орешки со сгущенкой. Так, хотела вам еще рассказать за малую. Я вот когда думала первый класс, либо нулевой полноценно пройти класс, мы повели Сабрину на собеседование с психологом. Сейчас такая тема, что когда ты подаешь заявление в любую школу, там частную, государственную, ребенок проходит как мини-консультацию с детским психологом. И в общем, мне психолог сказала после консультации, что ребенок готов к первому классу, но у нее есть желание, как она сказала, погратись. Какой там принцип. Психолог дает задание ребенку и вокруг него ставит там много разных игрушек, какие-то домики, куколки, мягенькие игрушки. И пока ребенок выполняет задание, ну, конечно же, если он там, например, их решил, то все, супер зачет. Сабрина все решила, все сделала и быстро. Но она отвлекалась на эти игрушки. И психолог мне говорит, что, мол, можно дать еще ребенку хотя бы год погратись. Как бы продлить ребенку детство еще на год. Так-то она готова, но вот именно психологически, вот этот именно грунт для наслаивания информации еще не разрыхлен и, так сказать, не готов. Вернее, не совсем готов. Я и сама по ней вижу, что она не усидчивая. Вот ей сложно будет высидеть там 5 уроков по 40 минут или сколько там длятся уроки. Ей, да, сложно впитывать информацию, качественно впитывать, запоминать вот именно долго. Там первые 20 минут ок. Потом она сидит, летает, ее крутит, ее вот так вот водит. Блин, ну как детей, знаете. Поэтому пусть еще годик посидит, а в школу уже пойдет в следующем году. Скорее всего, мы уже будем жить у себя дома в Днепре, поэтому пойдет уже дитинка до школы через рік. Так, а вот здесь я вещаю о том, что у меня безумно сильно выпадают волосы, и о том, как же я их планирую восстанавливать, восстанавливать это выпадение волос и отращивать длину волос. Но у меня не записался звук, поэтому еще раз я просто это проговорю. Мне мои реально знакомые девочки, которые не блогеры, не инстаграмные, не рекламные, порекомендовали витамин, которые реально останавливают выпадение волос, ускоряют рост волос, еще плюс кожа становится более здоровой, красивой, сияющей, и ногти укрепляются. Своей Кате, нутрициологу, моей подруге, скинула состав этих витаминов, она сказала: Лиза, ничего особенного, там просто большой комплекс аминокислот, это белок, то есть если ты в своем питании увеличишь количество белка, то у тебя также будут круто расти волосы и не будут так сильно выпадать. Но, зная себя, я понимаю, что мне физически тяжело есть
есть приличные порции белка, вообще, в принципе, есть большие порции еды, потому что я реально сразу становлюсь какой-то максимально непродуктивной, ленивой, мне хочется только лежать, ничего не делать, ныть, переваривать еду, поэтому я приняла решение все-таки заказать эти витамины, не нагружать свой ЖКТ большим количеством белка, еды и так далее. Поделюсь с вами результатом, мне прям самой очень интересно. Вот эти витаминки нужно пить 4 штуки в день. Они вот такие, знаете, как мел, они вообще не глотаются, поэтому я в рот набираю воду, вот буквально глоток. Кладу туда таблеточку, она растворяется, и потом я это все глотаю. Это не очень приятно, не очень вкусно, не кислое, не какие-то ужасные, но, блин, я надеюсь, что результат будет и шикарный. Думаю, пропить их курсом 120 капсул, 4 в день. Наверное, еще одну такую закажу и пропью пару месяцев. И буду делиться результатом. И сразу покажу вам витамины Макса, самые любимые. Он их обожает, он видит результат. Вот для спортсменов, просто даже для мужчин-парней. Артамол очень крутой. Не знаю, я не пила, конечно, но Максим в восторге. Он шарит в этой теме, что лучше всего пить. И у меня моя кума Карина, она тоже пьет артамол, но женский, в таких флакончиках. Каждый день по одному флакончику закидывайте. И живете с шикарными, длинными, густыми волосами. Ну и хорошей кожей. У меня сейчас вообще у Максима очень серьезная травма. Самая хреновая травма, которая может быть у футболиста, это разрыв связок на колене и еще разбит мениски. Он сейчас в Германии, в Мюнхене, сделал операцию. Нога болит, ноет, ну короче. Хотела с ним ехать, но он мне уговорил остаться, потому что в Сабрине 1 сентября линейка, это все важно для ребенка. Очень переживаю за это все. Будем его восстанавливать. Правильное питание, сон, полгода реабилитация, просто полгода без футбола. По 5-6 часов в день нужно разрабатывать ногу, специально делать упражнения. Короче, не весело. Что может быть хуже для футболиста, когда такая травма, и ты выпадаешь из футбола на полгода? Тебя не смущает то, что уже 11 вечера, ты не спишь? А тебя вот это не смущает на стене? Господь, Сабрина, вот котика какого тебе нарисовала. Мяу, будет с тобой спать. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Хорошенький, сладенький, мама так любит. Ложись. Помните мем с этими шкафчиками? Элита. Лили, Сабрина, Марк, Ликерия. Ну, Ника еще туда не шла. Да, так нежно, красиво. Очень классная Ботфорда. Обалденная. Кашемир, куча кашемира. Мне очень понравились эти вазы. Божественные. Ой-ой-ой. Как плохо, что я не в Днепре. И этот магазин не в Днепре. Познакомилась с брендом украшений. Гузем – это украинский бренд. Просто такая гордость за наши украинские бренды. Вот за последний год-два в Украине, я считаю, намного-намного продвинулась вот эта вот вся тема. Бренды, украшения, вещи, прям вау, молодцы. Выбрала серьги, муж мне сделал такой подарочек, боже мой, так захотелось. Вот такие базовые универсальные сережки, сейчас покажу на себе. В день рождения хочу себе подарить браслет от них и колечко. Ну что, вот такие я серьги выбрала. Универсальные, базовые, под все на каждый день, но, конечно, тяжеловатые такие. Не знаю почему, я себе безумно нравлюсь, когда вот именно у меня серьги, кольца. Мне как-то вот стильно, красиво, сексуально, не могу понять именно почему вот кольца, почему. Ну, скажите, сразу такая кошечка. Конечно, с детками не прям на каждый день, потому что малый может рвануть. А они такие, что просто так не снимутся. Это будет порванная мочечка. У меня стабильно осенью сюда начинается для деток и для себя тыквенная кашка на молоководе с рисиком, с кокосовым маслом. Очень вкусная, получается нежная. Просто что я люблю.
Класс. Заливаешь воду, и ты вот так пьешь. И там разные животные, фигурки, да? Да. Вот это я очень люблю. Прикольно было бы под капсулу. Мам, сегодня мальчики, мам, сегодня мальчики, девочки. Покажу мои покупочки, как всегда, для лица, все для красоты. Так, мой самый любимый скраб Абаджи Полиш. Он с такими микрочастичками, он офигенно отшелушивает вообще все, что нужно на лице, не травмируя кожу. Но, конечно, нужно все равно с умом это все делать. Я скрабом пользуюсь 2 раза в неделю. В этот раз я, кстати, решила взять маленькую версию, потому что вот у меня был большой, он, соответственно, дороже стоит, и я его плохо закрыла. И, ребятки, он у меня высох полностью, им вообще нереально было пользоваться, я его выбросила. Поэтому буду брать мини-версии. Постараюсь всю косметику, которую открывала, использовать на протяжении там нескольких месяцев, максимум полгода. И вообще я люблю заканчивать разные баночки. Вот прям я кайфую от этого. Взяла вот такую мицеллярную воду, мне девочки порекомендовали. У меня вот, кстати, давно не было мицеллярки, я перестала ей пользоваться, потому что я знаю, что ее нужно хорошенько смывать, нельзя ее оставлять на коже. Но я пришла с запросом, говорю, подберите мне, пожалуйста, тоник такой, который можно наносить прямо на глаза, который заходит вот в глаза и не печет. Девочки мне говорят, зачем? Я говорю, ну потому что у меня 2-фазное средство, которое круто смывает с ресниц тушь. И, соответственно, после у меня глаза прям такие жирные, потому что двухфазка всегда, она такая маслянистая, она жирнит, и я пытаюсь тоником это все стереть, и, соответственно, тоник заходит мне в глаза, печет у меня красные глаза и так далее. Мне сказали, что вначале нужно умываться мицелляркой, и только потом всеми вашими очищающими средствами, там гель, пенка, либо гидрофильное масло, чем вы там очищаете кожу. Такая схема. Двухфазка, мицеллярка, потом ваше очищение по вашему желанию, потом тоник, сыворотка, закрываем это все кремом. Мне положили еще такую сыворотку с витамином С. Кстати, я обожаю сыворотки с витамином С, потому что кожа после очень блестит. Вот я не знаю, как он так работает, что кожа сверкает. Какая красота! Картошечка, батат, овощи, курочка домашняя. Компотик. Какая классика. А у нас первая вылазка за неделю. Честно, у меня сейчас 3 ребенка, я прям потерялась. Неделю не выходила, блин, ни в сторис, ни на ютуб, никуда. О, Сень, листочки падают. Смотрите на наш лепух. Смотрите. Наконец-то выбралась на массаж и ухожу не с пустыми руками. Мой любимый Зелинский, взяла себе масло для тела и лосьон для тела. Самые-самые крутые ароматы — это Black Vanille и Moss. Просто обожаю. У меня парфюмы такие есть и всякие мазюки для тела. Классный лосьон, офигенный скраб. Очень-очень-очень крутое масло. Парфюмированное. Это лосьон для тела, а это масло для тела. Это у меня уже было. Оставляет прям шлейф аромата на коже. Взяла вот такой дезик, он полностью натуральный. Сейчас его все гребут. Есть разные ароматы, разные цвета флаконов. Я выбрала такой, он самый прикольный. Еще классный розовый, такой нежно-розовый. Эйнштейн. Эйнштейн, ты знаешь, что ты завтра едешь в садик, в садочек? Поедешь в садик, сын? Максимально оттягивала этот момент. Мне нужно перебрать все вещи. Вот это вот все понавешано. Вот это все летнее я буду убирать. У меня тут вообще даже нет вешалок особо-то. Не знаю, куда это складывать или отправлять в Днепр. И шо робить? Куча белья. Куды це все? Вы просто не понимаете, насколько я сильно боялась макарон еще 2 года назад. Но появилась в моей жизни Катя, моя подруга, мой нутрициолог. И все, макарошки ем стабильно 3 раза в неделю. И не боюсь их. Сложный углевод полезный, главное, твердых сортов, качественный. И не доваривать от указанного времени на 2 минуты. Как вам первый день в садике? Пробыл он там 3 часика, все было идеально. А потом решил расплакаться. Мама, приехала и за секунду успокоился. А так кушал, играл, осторожно, гулял. Да?
будет ходить каждый день на 3-4 часика. Эй! Даниэль фанат крабов. Да? Ты любишь крабов? Сколько разные дети. Прикол в том, что Даниэль даже не обратил внимания, что я ушла. Я ему кричу, все, давай, пока-пока. Мама уходит. Он такой даже не смотрит, просто сидит, играет в игрушки. У меня малая вообще такой хвост, она за мной ходила, до сих пор ходит. А Даниэль вообще не такой парень. Но все равно расплакался, заскучал. За своей мамой. Так, а я решила приготовить ппшные печеньки. Овсяные, с орехами, с медом и немножко муки. Я их обожаю. В Одессе, когда жили, готовила я их каждую неделю стабильно. Полень, не так близко. Бай-бай. Сейчас будешь пить бутылочку и спать. Такая, думаю, атмосферка расслабленная. Кофеек. За окном пасмурно, дождь. А мы мультик смотрим. Вот они, вкуснейшие красавчики. Еще сварила вот такой компотик с голубики и яблок. Так, сегодня в саду день второй. Было все не так уж радужно и весело, как вчера. Он уже просек тот момент, что мама будет уезжать. Он в меня вцепился в мою руку, кричит: «Мама, мама, нет!» Типа выводит меня за руку из сада, мол, все, уходим, уезжаем. Но я выключаю свое материнское сердце. Я как бы-то уже дважды мама. Мамочка с опытом. И я адекватно понимаю, что он сейчас просечет момент, что если он разрыдался, я его забираю из сада, не оставляю его, и он едет домой, либо со мной там в парк, и он так будет делать каждый день, и он в итоге вообще не будет ходить в сад каждый раз, каждое утро мне будет закатывать истерику, чтобы я его не оставляла и забирала с собой. Но нет, мы его там максимально заиграли, потом я говорю ему: пока-пока-пока, Даниэль, мама вернется, мама придет, я поеду отвезу Сабринку в школу, закрываю дверь, он истерически рыдает, просто истерически, его там немножко воспитатель так придержала, заиграла. В общем, он в течение там часика успокаивался, потом снова плакал. Есть ничего не хочет, фу, бэ. Я в это время поехала там на новую почту, позабирала вещи, поделала мини-дела, и сейчас еду его забирать. Я думаю, все будет хорошо. Главное, не сдаваться, потом он привыкнет и поймет, что мама его забирает, что он остается на пару часиков поиграть, погулять, покушать, и мама обязательно вернется. Притом я малого сдаю в сад всего на полдня, с 9 до часу, и то мы приезжаем, блин, там в 9:30, забираю его чуть раньше, чем в час. Короче, 3 часика полноценно он проводит, будет проводить в саду. Сейчас пока 2 часика на адаптации. Сейчас вам покажу свой заказик, уже второй. Это то, чему я воспеваю оды. Самая крутая сыворотка для ресниц. Просто безумие, как быстро от нее растут ресницы. Огромные, густые, длиннющие. Кстати говоря, у меня свои ресницы очень ровные и такие не сильно длинные. Но сейчас у меня все спрашивают: у тебя что, нарощенные? Что это за такое крутое наращивание? У нас пятница, и мы собрались ехать на ужин. Пойди к Сабринке, вон Сабринка бегает. Не хочется отходить от мамы. Мама? 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 Сижу, монтирую этот влог. Пью ромашковый чай. Как всегда, обещала себе засыпать до 12. Но коли все успевать? Как будет слово «успевать» на українському? Успевати? А, встигати, господи боже мой. Успевати. Не обращаю внимания. Я училась в русской школе, и у меня вся семья говорила и говорит на русском языке. Так вот, по традиции я пью сейчас ромашковый чай, либо чай с мятой, либо ромашковый с мятой. И давайте немножко расскажу, что сейчас происходит в моей жизни. А происходит то, что муж уехал в Киев на восстановление на 2 месяца. На подмогу ко мне приедут не знаю когда. Надеюсь, что в конце месяца приедет мама Макса. И я сразу возьму билеты к Максу в Киев. Он там проходит восстановление. И хотя бы на недельку приеду и побудем вместе. Я так хочу это время. Просто не убирать, никуда не спешить, высыпаться, спать до скольки я захочу, кушать, смотреть фильмы, сериалы, о боже мой, обниматься, целоваться.
Так этого не хватает. Вот кажется, да, там уложил детей. Почему бы не посмотреть фильмец, сериальчик, полежать, пообниматься? Так нет, всегда найдутся какие-то бытовые моменты, которые нужно сделать, доделать, домыть, доскладывать, собрать. И так проходит жизнь, к сожалению. Короче, проснулась и понимаю, что мне ночью приснился такой страшный сон. Я просто подорвалась, прикиньте, именно села от страха за мгновение, за секунду. Так, я специально не открываю глаза, чтобы не забыть сон. Просто говорят, в окно посмотришь, сон забудешь. В общем, стоит Максим возле двери, резко ее открывает, и там типа как забилась вот эта вот щель огромным количеством жуков, просто ком жуков. И он открывает дверь, и этот ком падает нам в квартиру, и прямо так на меня. И я просто подрываюсь от такого страха. Почему это, что это, что такой сон может означать? Кто шарит? Кто умеет растолковывать сны? Утро. Масочка от отеков, потому что я вчера выпила огромную чашку чая. И на всякий случай сделаю маску, хотя отека вроде как и нет. Пью кофеек и сажусь монтировать этот влог. Домонтировать сегодня, в планах его выставить. Так что все, влог подходит к концу. Ставьте пальчики вверх, ну и пишите комменты.